настоящая весна. Посмотрите, сколько красоты вокруг. Доброе утро, дорогие друзья. Мы в культурном пространстве «Часовой завод», где сегодня проходит финал конкурса «Мисс и миссис Пермь. Россия. Земля 2019». За главный титул «Мисс и миссис Пермь» борются 20 участниц. Первый конкурс красоты – это такой опыт, новый опыт. Волнительно очень. Самое главное – подача, то, как мы подаем себя. Действительно, неважно, высокая ты, низкая, худенькая, полненькая. Самое главное, что в таких конкурсах, в подготовке, мы все становимся увереннее в себе, гораздо увереннее, чем приходим. И учимся подать себя на самом высшем уровне. Действительно, это так и есть. Это бешеный адреналин, это очень классно, все участвуйте, это просто супер. У вас детей, да? Да, я мама 5 детей. Впереди очередной этап, семейное дефиле. В нем участвуют не только королевы красоты, но и их супруги. Вы волнуетесь? Очень. Как готовились? Жена в основном готовилась, я пришел помогать. Но вот выступаю в семейном номере. Обязательно перед сном нужно пару дефиле сделать, да. И у нас двое детей, между прочим. Очень важно, что семья сейчас рядом со мной, потому что, будучи 4-й год в декрете, они меня понимают, что мне уже не так просто, и мне хочется немножечко глотка свежего воздуха, окунуться в эту атмосферу праздника. И я очень благодарна им за поддержку и принятие меня такой, какая я есть. Свои заветные короны получили все 20 участниц конкурса, поскольку номинаций было очень много. Мисс и миссис талант, очарование, совершенство, мисс и миссис бикини, стиль, благотворительность, мама года. Ну а главные короны мисс и миссис Пермь достались следующим участницам. Миссис Пермь стала Наталья Фадеева, титул мисс Пермь завоевала Валерия Торопицына.